Я последнее время четко ощущаю, как мы все под Богом ходим. И Он все видит, старый. Он дает нам знаки, а мы до какого-то момента просто не желаем их замечать. Я ничего не говорила! Давай договоримся так. Я эту херню не слышал, а ты мне ее не говорил. Иначе парни решат, что ты устал. У комитетских есть информатор. И он точно среди вас. Смотри, что ты им сказал! Я тебя завалю, ты сейчас здесь останешься! Я, конечно, понимаю, что Пепл твой кореш, но кроме него некому. Что ты сказала? Что? Ну вообще без вариантов. Слушай, Рыма, ты хотя бы думай, прежде чем такие предъявы кидать. Вы такое натворите, никаким баблом не закроешь. И похер, что на вас погоны давят. Глаза разуй, аптека, ГНК. Башкой своей думать надо, оборотнина. Чё она хоть сказала-то? Да ничего она не сказала, Тняна. И чё, он кто тогда? Либо ты, либо тебя. Господи, маме. Дружище, а ты чё побежал-то? Давай дадим друг другу шанс. Прости меня, пожалуйста. Да я не! Быстро вали отсюда! Иди сюда! Ты думаешь, нам сойдет это с рук? Макс, а что старый так насчет пепла напрягает? Всю жизнь только себе. На меня смотри! Рым, ты что делаешь? А что надо было? Видимо, Бог не всех прощает.